Ну что, следующий бой! Как и каждый, кто вышел сегодня сюда, на песок. Следующий бой, дамы и господа, тяжелые парни под 90 килограмм. Поехали, залезаем в ринг. Огромный! Какое прозвище? Армбар. Арбар? Да. Что это? Амбар. Это болевой прием. Прием такой. Арбар! Приехал вместе с Елисеем одной тусовкой. Против него вчера участвовал, отлично себя показал. Какое прозвище было? Доставщик. Доставщик. Доставлять заказы будем сейчас. Так, все, бандышки есть, как есть. Нашему клиенту доставим неудобства. Давай микрофон. Все. Удачи, парни. Поехали. Парни на середину. Итак, работайте по правилам классической стрелки с борьбой, с добиванием, болевыми удушающими. Слушай меня внимательно и главное, уважаем друг друга, относимся друг к другу с дружелюбием, с умеренным. Руки пожали и по углам! Подожди, а то у нас здесь лишний. Готов? Готов? Бой, поехали! Сторон работы не подпускает, дистанцию. Вот. Не прыгай, не кидайся. Давай, давай. Встречай руками, когда бьет нога. Правый. Давай, правый. Работай руками. Эй, бей, хорошо, руку подними. Руками бей, да, бей. Зажимайся. Дистанцию. Бей руками, бей. Синий, давай. Давай, бей руками. Давай, давай, давай. Заканчивай, загнал. По боку, Сирина, да, да. Дави, дави, дави. Выходи, выходи. Футболку не хватай. Гавриил, давай, против. Ричард, давай. Скинь, скинь его. Не лежи. Не лежи, скинь. Лёва, готовься. Выпусти, бей, Гавриил. Активней. Скинь, бей, да. Синий, давай. Все, давай дальше. Руками. Красный. Правую. Грудь поднимаешь. Растёргивай ручкой. Просто тихо. Тихо. Дай вам работу. Давай. Не фейкуй. Нормально, давай, давай. Грудь подними. Закрой. Уходи! Не заиграйся! Да, да, давай. Давай. Не лежи с ним. Активная защита! Переворачивайся. На живот переворачивайся, не стой. Стоп! Сюда ко мне, на середину. Ты же вчера выиграл? Да, да. Но будем считать, что жизнь сделала такую историю. Вчера ты отправил посылку, сегодня она прилетела обратно. Победа! Руки пожали! Парни, не уходим. Обязательно хотелось бы вас послушать. Что-то как-то тяжело дышишь. Не готовился? Готовился. Соперник хороший попался. Спасибо турниру. Стрелка, приехал с Твери с Елисеем. Привет, Тимофею Миченко. Из города Тверь, это мой тренер по грэплингу. Занимаюсь год грэплингом, 18 лет. Тверь, привет. Горилла, держи тебя. Ты сказал все, да? Да. Спасибо тебе за участие. Парни, молодец. Спасибо, что приехали, парни. Ты уже держи говорил, доставщик. Нет еще. Ну, доставили вот. Тебе, я слышал. Доставили мне. Неприятности вот. Вообще база бокс, тяжело с ногами. Ловить ноги тоже тяжело. Будет на чем поработать. Главное не ловить ноги головой. Ну, тоже как бы, вот. А так хотел сказать спасибо, что дали привет. Возможность. В следующий раз тоже будем выходить. Вот, показывать что-нибудь. Вот, всем спасибо. Парни, вам спасибо! Вы основные герои этого турнира. Да, я курс уже. Потому что не вместе в магазине.